Я всегда знала, что я буду когда-нибудь на Бали. 3 года прям плотно собиралась на этот остров. Все, кто меня узнавал, говорили, что мне нужно побывать на этом острове, потому что это прям мое, что мне очень здесь понравится, что я прям как дома буду себя чувствовать. Так оно и случилось. Конечно, нет. Знаю уже ребят, и с ними вообще ничего не страшно. Все как бы все продумано до мелочей. Никто тебя никогда не обманет. Трансфер тоже весь решен. На улице ты не останешься, и это очень... Одна эмоция перекрывает другую. И вулкан, это было впервые, и серфинг, и снорклинг с мантами, это просто тоже восторг. В Убуде самый классный отель, потому что он как-то близко по духу мне отозвался. Это все такое прям нереального стиля. И команда чувствуется, каждый, просто все продумано настолько до мелочей. Ребята вложили свою душу. Я сейчас заплачу. Да, мы не едем, и что? Это просто эмоция на эмоции, эмоции на эмоции. Это все продумано. Я в большом восторге от всего этого, ну, от всего этого путешествия. Близкий по духу найдется. Я могу ответить на этот вопрос, когда пройдет время, потому что сильно много всего, очень сильно насыщенно. Надо еще раз все фоточки посмотреть. Чтобы было время немножко вот как бы переварить информацию, что со мной вообще произошло, потому что я сейчас не осознаю. Конечно. Я считаю, что ребята лояльно делают цены, и если бы вы путешествовали самостоятельно и не зная, куда пойти и что сделать, вы потратили намного больше. Я даже не рассматриваю других людей. Да ну я знаю, что будет классно, точно, 100%, потому что уже понятно, там, на что вы там обращаете внимание. Это для меня тоже важно в поездке. Из-за этого мне с вами комфортно и с вами классно, и вы как организаторы. И когда человек делает что-то с любовью, это 3-кратно. В общем, хочется тоже вот прям... Благодарить вас.